делаете? Привет, Милана. Ну, заходите, раз пришли. Пошлите. Эй, ребята, меня-то подождите. Ну, что будем делать, раз вы у меня в гостях? Ну, давай поиграем в игрушки. Покажи, что у тебя есть. Видел, какой у меня миньон есть? Вау, какой он хороший. Класс. Толстячок. Ребят, что вы тут делаете? Хватит ерундой заниматься. Согласен. Пойдемте лучше поиграем в твистер. Да. Ну что тут нужно делать? Сейчас я расскажу, что нужно делать. Итак, смотрите. Амина, ты будешь крутить барабан и нами руководить. Это наши повязки. Держите. Мы будем играть с закрытыми глазами. Слепую? О, ребят, я ничего не вижу. Вот так мы будем играть. Вы готовы? Первая Милана, потому что она младше. Кручу барабан. Надо рукой встать на кружок. Да это легкотня. Милана, пробуй вставать на кружок. Рукой? Рукой тебе надо нащупать его. Это? Ну, вроде это. Попала? Амина, она попала? Засчитываем? Засчитываем. Засчитываем. Камиль. Камиль следующий. Так, крутим барабан. Что же ему попадется? Снежинка. Снежинка и нога. Да. Камиль, ты должен ногой наступить на снежинку. Любой, любой ногой. Что-то ты слишком быстро наступил. Как-то быстро наступил, да. Все правильно он сделал, судья? Засчитываем? Да. Окей. Так, папе надо наступить рукой на кружок. Да. Рукой на кружок? Да, рукой на кружок. Так, папе надо сейчас обойти сначала детей. И найти кружок. Я по чесноку. Я не подглядываю. Так, снежинка. Вот кружок. Рукой? Да. Какой? Левой, правой? Любой. Ромбик ногой. Как, а его нельзя рукой нащупать сначала? Можно. Что, серьезно? Да. Что-то вот это вот. А ну-ка давай сюда. Так, засчитываем. Засчитываем? Да. О, Милана, ты следующая. Кружок ногой. Засчитываем. Засчитываем? Да. Так, теперь Камиль. Ромик ногой. Камиль вообще просто. Так, теперь папе. Чтобы папа уже устал стоять. Кружок нужно рукой. Кружок рукой? Да. Так, я где-то его вот до этого щупал. Вот он. Вот. Мне теперь, куда же мне вставать? Ромбик рукой. Ромбик рукой, так, у меня ромбик нога, еще ромбик рука. Да. Где же я его найду? Так, так, это я, где? это я. У вас труп много, вот, кажется, я нашел. Боже ты мой, тут уже места нету, Амина, куда дальше? Милана, теперь твоя очередь. Ромбик ногой. Камильчик, а ты кружок рукой. Ребята, вы пишите в комментариях, кто пока по-честному играет. Ногой на снежинку? Да! А я снежинку должен ногой нащупать? Нет, не обязательно. Так. Вот снежинку нашел. Слушай, у меня вообще прям фартовая позиция. У меня все рядышком. А теперь другому папе, пожалуйста. И побыстрее. Ломбик ногой. Да боже ты мой, ну что ж все время ромбик-то, а? Я уже на двух ромбиках стою. Стоп, падение! Милана, ты выбываешь! Фух, наконец-то хоть кто-то было. Итак, готовы? Второй раунд! Первый начинает Камиль. Ромбик, встать на ногу. Ну что там, нашел? Лучше ищи, лучше. Сейчас мы тебе будем мешать. Засчитала! Папа, а ты... Ромбик ногой. Ногой, правильно? Да, ногой. Так, ищу ромбик. Ищу ромбик, ромбик. Палочка. Так. Ногой. Встал на ромбик ногой. Одна нога должна быть за поле, правильно? Правильно. Засчитываем. Волна рукой. Волна рукой. Так. Ой, тут кто-то стоит. Это я.
внизу моя нога. Полна рукой. Ногами нельзя. Ногами нельзя. О, о, есть. Пошел. Я готов. Остали разговорчики. Теперь Камиль опять. Волна рукой. Волна, я так понимаю, такая палочка длинная. Да? Нашел волну, да, по-моему? Нашел? Да. Длинная палочка. Засчитываем. Папа, а ты у нас? Ромбик встать ногой опять. Тебе легко, папа, я смотрю. Ну да, у меня до этого ромбики были прямо рядышком со мной. Так, ищем. Это у вас что-то звездочка. Так. О, нашел. Ну-ка. Да. Рассчитывай. Встал? Да, нет. Не встал? Надо ближе. А как ты видишь, интересно? Да, вопрос. Ромбик ногой. Ах ты, ромбик ногой, да? Так, ладно. О, ну же вот эта штука. Да, она... Я правильно стал? Да, засчитываем. Ой, спасибо вам. Так, ромбик рукой. Каменчик, ромбик рукой. Засчитываем, теперь папа. Кружок рукой. Кружок рукой. Снежинка. Это что, у нас ковер? Ковер не засчитывается, да? Да. Это моя нога. Нашел. Засчитываем? Да, теперь другой папа. Кружок рукой. О, по-моему, вот так. Я правильно, судья? Засчитываем. Ой, спасибо. Волна рукой, Камильчик. Я уже стою. Все, теперь папа. Засчитывай. Ромбик ногой. Еще один ромбик. Сколько же ромбик? Так. А, мне просто надо одну ногу переставить на новый ромбик, да? Да, на новый ромбик. Да. Это я. Так. Давай быстрее, а то сейчас проиграешь. Так, руку можно переставлять? Или вот этой рукой искать надо? Ой, кажется, кто-то упал. Падение номер 2. Раунд. Раунд 3. Камиль опять начинает. Кручим ногой на снежинку. Засчитано. Папа, Дима встает на луну. Ногой. На луну ногой? Да. О, встал. Засчитываем. Спасибо. Теперь Камильчик. Камильчик ногой на ромбик. Да не говори, он что, видит, что ли? Я не могу понять. Я сама не знаю. Ну-ка, напишите в комментариях, играет ли Камиль честно. Так, Дима встает кружок ногой. Кружок. Где же кружок? О, кажется, вот это кружок. Я правильно заметил? Да, немного поближе. Теперь Камильчик. Так, у Камильчика кружок рукой. Да как-то мне тяжело стоять. Нет, я не упал. Он опять сразу. Я не упал. Камиль, прекрати подглядывать. Папа, Дима тебе рукой на снежинку. Снежинку? Где же? Вот она. Засчитываем. Спасибо. Я так долго не простою. Ногу! Плюс эта штука еще скользкая. Судья, вот вы сами попробуйте. Есть, Катя, смотрите, как я умею. Ребят, напишите в комментариях, играли вы когда-нибудь в твистер? Да, обязательно пишите, мы почитаем ваши комментарии. А также ставьте лайки и подписывайтесь на канал. Всем удачи, всем пока!